Топ, топ, топает малыш по дорожке. Миленький маленький стриж, маленькие ножки не спеша. Прыг-прыг. О, со снегом. Наконец-то мы дождались. Ну да что же, ой, мне прям за шиворот упал снег. Это я. Привет вам всем, мои телезрители. Андрей Сан-Регре. Поздравляю вас со снегопадом, с таким замечательным. И наконец-то мы дождались этой прекрасной погоды, когда под ногами хрустит снег. А, Жильбер! Жильбер! Хаба-хаба! Смотрите, какая девственная природа. Слава богу, что мы успели этот кабель проложить и траншею закопать. И перекоммутировать электроэнергию. Мой маленький ласковый, маленький, нежненький мальчик. Не могу, как Господь насоздавал же их столько много вариантов. Так же, как Путин насоздавал много видов всего. И уже фантазия кончилась у инженеров. Когда герани тополя закончились, пошел штакитник, вернее орешник, но это орешник. Мне вчера прислали такую, это, ну, по интернету, «Крепкий орешник». Помните, был кинофильм «Крепкий орешек»? Ну, конечно, это фантастическое шоу он нам всем устроил. Пора уже давать Путину, значит, Нобелевскую лучшему, как лучшему шоумену. Ну и вообще нашим инженерам, ученым. Они самые лучшие фокусники, и это было зрелище совершенно. Ну куда ты полез, Жильбер? Ну куда ты? Иди сюда, Жильбертик. Скажи, да ну вашу политику. Жаль, что-то там унюхал-то смешной какой. Да какое же смешное существо. Какое же смешное существо. Посмотрите, какие у него ножки. Посмотрите, какой у него хвостик. Мы только еще не покакали. Я тебя хвалю. А ты еще не пока. Ой! Куда ж ты? Не надо гучить. Вот не могу. Ух ты, как смотрите, кто прыгает. Вот смотрите. Вот я на уровне плеча держу руку. Он у меня допрыгнул. Ну на тебе. Да, поиграем с тобой. Мы с тобой ни разу не играли. В таком ключе. Вот. Вкусняшка. Прыгай. Оп. Али. Оп. Пойдем сначала мы с тобой покушаем, а потом продолжим, ладно? Ладно, маленький, сейчас я тебя мышу. Вот так. Все. Ой, ладно, счастливо. Сейчас будет репортаж еще, как он будет у меня гулять. Байк.